чтобы открутить вилку, вот эту вот вилку, чтобы ее поднять чуть повыше, нам необходим вот этот вот ключ, вот такой. Это у нас H6, ну и молоток. Итак, откручиваем руль. Делаем буквально пару движений. Ну, пару оборотов, я не знаю, сколько там. Одной рукой неудобно. То есть вот так вот. Вот чуть-чуть вот так вот приподняли, что есть гайка. Теперь берем молоток и бьем по болту. Он проваливается туда. Теперь можно поднять вилку. Вот так мы ее можем поднять. Я весь механизм не буду вынимать, но смысл такой. Для меня это было откровение, то, что так выкручивается вилка.